Всем привет, с вами Зебра. И это снова выпуск по Майнкрафту. Что ж, я ненароком выполнил вне серии одно достижение, слепив кучу книжных полок. И заодно нашел кучу коров. Поэтому молоко у меня есть, кожа у меня тоже была. А вот мясо я не знаю, почему из них не упадало. Серьезно. Сколько коров не убил, ни одно не выпало. Что ж, про лаву я сказал, наверное. Надеюсь, сказал. Ёк ломаны. Мне уже дофига обсидиана, чтобы попасть в ад. Это я посадил? Или что это? По-моему, это лес. Я уже не помню, давно не играл. Давно я не играл в Майнкрафт. Ничего. Пожарилась свинина. Пожарилась курица. Тут вообще ничего нету. Ну чё, народ, ща будем копать. Эх, надо будет потом что-то придумывать после Майнкрафта, потому что по Майнкрафту я по-любому закончу летсплей. А, точно. Спущусь на ниже версию, и будет версия у меня 1.1. Это, я думаю, хорошая идея. 1.1 будет не простая, а с модами. И, кстати, читы там нельзя применять. То бишь, текстурпак и моды будут. Еще шейдеры некоторые. Но они почти не будут изменять ничего. Только текстуры будут видны. Шейдеры я так, для красоты своих глаз. Потому что на ютубе, ютуб затемняет, а шейдеры там почти не применяются. Никак в освещении. Короче, хреновые шейдеры, вам не понять. На ютубе это... Этого из-за затемнения. Видео ютубу не будет видно. Таких шейдеров, которые у меня будут. Будут видны они только мне. Объяснил, надеюсь, нормально. Сейчас будет такое. Такое. Да ты кто такой? Давай, до свидания. Даже два. Откуда их там столько? Опять спаунер, что ли? Вы достали, ребята. Серьезно, вы достали. Ты кто такой, блин? Давай, до свидания. Скелетон, блин, еще. Молчать! Уроды. Чуть меня не убили. Сколько же во мне стрел? Блин, у меня стрела в башке, помогите. И не одна причем. Ну здесь я точно не был. Офигеть. Мне главное сейчас как можно больше железа найти, чтобы запастись на им навсегда уже. Не с алмазным же мечом буду я дракона убивать. Конечно же, с алмазным. И постараюсь как можно больше от алмазной брони скрафтить. Вещей. Ну, не четырю же я свою броню, себе броню.
крайней мере, в этом мире. Конечно же, не четырю. Так, 11. Отлично, у меня все есть. Почти. По-моему, у меня все есть. Для того, чтобы построить портал в ад. Да, в принципе, 10 хватит. Так что можно... прям здесь строить. Но лучше я возьму топор. Скрафчу топор железный. Нарублю деревьев. И сделаю так. Я построю деревянную комнату под землей. А лучше из камня. Да, лучше из булыжника построю. Блин, деревянную комнату из булыжника. Что я несу? Спрашивается. Но сначала поставлю на переплавку. Камни. О, блин, как... камни. Камни с железом. С железной рудой, так сказать. Ааа, я забыл скрафтить топор. Зараза. Сейчас придется еще крафтить топор и железо, которое я недавно добыл. Что за мир такой? Что за жестокий мир? Дерево, мутант какой-то. Почему мне Фрапс любит все время снижать до 30 FPS? Любые игры, которые нормально идут. Никак не оптимизированные, вообще никаким образом Saints Row. А нормально оптимизированные игры у меня идут под 30 FPS. Ну и в Майнкрафт. В Майнкрафт нечего оптимизировать. Играет только на ноутбуке. Так, у меня пшено там есть. По-моему, у меня пшена нету. Да, я все потратил. Я все потратил. Надо сейчас новое пшено посадить. Точнее, не посадить. Ну, вообще посадить тоже нужно. Но сначала нужно срубить. Я буду просто рубить всех тех, кто... А, мотыга еще нужна, зараза. Ну чё? Людишки. Хотя тут людишек-то особо нету. Деревню еще не нашел. Да, я не отходил далеко. Деревню, по-моему, ни в одной серии еще не находил. Даже когда далеко уходил. Блин, где же моя мотыга? Вот она, моя деревянная мотыга. Я не понимаю людей, кстати, которые крафтят алмазные мотыги. Нафига? У меня один вопрос. Нафига? Нафига они это делают? Достаточно, по-моему, максимум железной мотыги.
Зачем алмазный? Да, алмазы крепче. Ну, мотыга алмазная нужна только человеку на сервере, который работает у других людей на побегушках. Точнее, на побегушках создателем огорода, так сказать. Даже можно сказать, то, что он садовник. Эдакий. Серия, я думаю, больше, чем обычно будет. Где-то на 40 минут. Потому что я тут бегаю. Хотя, может, на 30 минут обычно где-то. Но эта серия будет строительной. То есть ПВП минимума будет. Какого ПВП? ПВЕ. Мобов я почти не буду. Углубляюсь под землю. Офигенное место. Просто офигенное. Надо, чтобы эта вода не заливалась никуда мне. Так что вырву поглубже. Я думаю, все, хватит. Эх, надо было лопату скрафтить. Ничего не вернешь, у меня железа нету. Я чувствую, так умучаюсь, так что деревянную могу скрафтить. Спокойно. Потому что это геморройно. Думаю, будет особенно. Можно даже каменную, для большей эффективности. Ну-ка. Будет большая такая обширная комната. Для всяких там столиков. Зельеварительных. И прочей фигни. Ну что ж, точно я сейчас прокопаюсь отсюда. Так, прокопался. А тут так не так уж и много земли, как я себе представлял тогда. Сейчас надо будет все это перекопать, как уже у меня тогда булыжника будет. Ну, дофига как минимум. Булыжника будет. Вот меня интересует один вопрос. Я смогу уместить ведь булыжник, который я накопаю, в сундук, или мне придется его уничтожать? Ну, если строить, по идее, строение из булыжника часто, то его, наоборот, будет не хватать. Но если атак строить... не особо, то булыжника будет в меру. По крайней мере, не придется так же копать, как в начале игры самом. Ну что ж, сейчас почти все закончил. Yeah.
Еще пол хотел, да. Тут ступеньки сделаю, как раз у меня верстак рядом есть. Делаю ступеньки из булыжника. Это будет долго и нудно, потому что не о чем мне говорить сейчас. Насчет того, что потом будет на моем канале. Потом будет Assassin's Creed. Я думаю, не у многих вы сможете найти Assassin's Creed 4, потому что 3 не удался. И все, наверное, думают, что и 4 тоже не удался. Поэтому я не так уж и много видел Assassin's Creed'ов на каналах, которые я смотрю. Вот, думаю, и собрать нормальное количество просмотров на летсплеях по Assassin's Creed 4 и 3. Хотя, я уж подумаю лучше насчет 3. Сомневаюсь глубоко, то, что я буду его снимать когда-нибудь. Ступенек. Я думаю, не хватит. Так что лучше еще скрафтить. Вот, 24. Должно наполовину хотя бы хватить. Блин. А вот тут вот нельзя копать. Что же делать-то с этим? Здесь поставить будет узкий проход. В принципе, так можно сделать. Только это отсюда убрать. Чё уж в инвентаре не... Нет. Всё-таки не хватает места в инвентаре. Нет, всё-таки ещё одну надо. Что? Зачем мне так? Не так я хотел. Вот. Где мой булыжник? Нафига мне обсидиан здесь в инвентаре сейчас? Вот. Исправил я недоразумение. Я думаю, у меня сейчас проблемы с мобами возникнут. Потому что наступила ночь. А, нет, сначала нужно... Сделать из досок сундуки. Потому что это уже слишком большая проблема становится для меня сейчас. Потому что не хватает места в инвентаре.
потом отсюда перевожу все, что не нужно. Ну, в принципе, хлеб мне нужен и обсидиан с пшеницей и железо. Все. Йоколомане. Я думаю, столько хватит уже. В 12 это не хухры-мухры. Что это было? Что это такое? Что это такое было? Я хочу повторить. Я думаю, уже не смогу повторить. Красиво тут, кстати, не должно быть. А-а-а. Красиво тут и не должно быть, поэтому так и делаю. Все-таки ж ход не для красоты создан. В принципе, можно так. Но лучше по-другому сделать. Да. Всю серию буду строить. Что это было? Еще возвращаться домой. Думал, я достаточно высоко сделал. Как же я ошибался. Отлично. Отлично. Ты... Что ж такое-то? Так? Нет, не так. Еще выше надо на один блок. Нет, топора нет, так что буду вручную рубить. Ну, эта серия будет, я как сказал уже, чисто строительной. Ничего другого не должно было быть в этой серии, когда я собираюсь строить портал в ад. В закрытом помещении. Ну что ж, сейчас осталось только зажигалку взять и все. И можно отправляться в ад. Чуть-чуть поброжу там. Золото подобываю. И кстати, чуть не забыл. Яйца. А, сахар еще нужен. Тростник у меня есть. По-моему, я весь тростник на бумагу пропустил. А чё париться? Пойду нарву. И сейчас будет очень долгая попытка крафта торта. Точнее, очень долгие попытки крафта торта. Потому что это капец, как долго будет. Так как я забыл, как крафтится торт. Давно не крафтил. Я лично не помню. Как-то так, что ли? Нет. Хм-хм-хм.
Хлеб я не собираюсь крафтить. Да. Офигеть. Просто круто. Ну как торт у меня выглядит? Внизу пшеница. Посередине яйца. Смешано с молоком. И сахар сверху. Торт не получается. Серьезно, я не понимаю, в чем моя проблема. Ладно, сейчас ад. Сейчас выполню ачивку «Пойти в ад». Я думаю, можно закругляться, а дальше я на следующей серии уже посмотрю, как крафтится торт. Где моя кирка? Что вы? Ладно, возьму железо. Деревянную все-таки комнату не сделал. И плевать. Вот это я лоханулся. Вот это я лоханулся. Второй топор скрафтил. А, я зажигалку хотел взять. Вот она. Вот она, зажигалка моей мечты. А вот мне надо эндермена убить. Охота на эндерменов открыта. Иди сюда, хорошенький. Где он? Где он? Он исчез куда-то. А нет, вот он. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. Да куда ж ты все время убегаешь, трус? Белорус. А? Йоколамане. Все-таки не дал мне ничего, жадина. Я все расскажу кому-нибудь. Та-да! Готово. Бонзай! Телепортируйся! Ура! Открыл достижение в самое пекло. Ой, лагать будет сейчас. Вы видите? Вы видите? Я тоже это вижу. Не издевайтесь, пожалуйста. Не, ребята, вы серьезно? А. Вы серьезно? Я не люблю такие шутки. Ты
Пипец. Точка спауна. Прям на 5 плюсов сделана. Ну надо же было так умудриться заспаунить меня. Как теперь мне выкручиваться? Скажите, пожалуйста. А! Креатив, помоги. Что это было? Я... Что? 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 Это сказка? Это сон? Это сон? Серьезно, по-моему, это какая-то какой-то сон был страшный. У моего у Стива. Нет, вы серьезно? Придется в креатив войти. За бред только что был. Вот это мне фартануло. Это я понимаю. Фартануло так фартануло. Ну что ж, дострою мост я уже вне серии. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.